Всем привет на моем 51-м стриме, и сегодня мы проходим игру Тоху 4 Lotus Land Story. Так, и да, так как меня очень просили и эту игру постримить с веб-камерой, потому что здесь куча эмоций, так что я как бы перед вами тут включаюсь. Итак, запускаем, так, не то, секунду. Эмулятор по-прежнему NEC PC, такой весь глючный, страшненький. Так, почему нет изображения? Стоп. А, почему... А, все, вот. Итак, смотрим, что тут у нас в опциях есть. Так, ранг, нормал, есть лунатик, ну, в принципе, все как обычно, плеер. До 6, но мы по умолчанию оставим. Даже бомбы можно устанавливать. Турбомод? Нет, спасибо. Гринти, привет. Ну, да, ты примерно прав. Итак, ну поехали. Это, я так понимаю, выбор, кем играть. Либо Рейму Хакурей, либо, я так понимаю, это Мариса. Ну, выберем по умолчанию. Как бы это главная героиня. Так, а что? И что-то еще нужно выбрать. Ну что же это такое? Ну ладно, выберем первое. Ну, это игра на японском, а эмулятор компа NEC PC 98. И тут все криво отображается. Но даже если бы отображалось не криво, то отображались бы иероглифы. Я думаю, вряд ли бы ты их почитал. Так что выбираем то, что выбираем. Так, геймплей вроде стандартненький. Уже для серии. Во второй части был такой же. Да, и даже вот это собирательство вот этих всех штук. П. Прям вот такой же то самый. Поэтому у нас увеличивалась сила оружия. Ну, то есть оно даже само оружие апгрейдилось. Видимо, здесь тоже такой же принцип. Так. А вот эти фиолетовые, я так и не понял, что дают за все время, сколько я прошел вот вторую часть. Вроде бы только очки они дают, и все. А за очки могут дать жизни. Вот уже оружие немного прокачалось. А, вот появилось здоровье босса, походу, или какого-то врага. Оу. Ну, вроде это несложно пока что. Графон? Да, графон. Графонистый графон. Да не, нормальная игра 90 какого-то года, забыл. 98-го, что ли? Ну, предыдущая была 97-го. Третья часть. А это не знаю. Ну, скорее всего, наверное, 98-го уже. Потому что вторая часть была тоже 97-го. Не может же он три игры выпустить за один год. Оу, так. Игра легче Боши? Ну, а какое она отношение вообще имеет к Боши? Там же геймплей другой совершенно. Ну, восьмую часть я не видел никогда. Так, кого-то встретили. Ух, сейчас что-то будет, наверное, да? Хотя... Это ж первый босс, должен быть изи. А почему до меня эти пульки не долетели? Так, ну пока что вроде нормально, ворачиваться можно. Так, и все. Ну да, первый босс, конечно, так, ни о чем не.
Но это только первый босс. Так, а что нужно нажимать? Ой, чего это? Надеюсь, я правильно выбрал. Ну да, здесь, в принципе, кроме боссов, мы ни с кем не разговариваем, насколько я видел в предыдущих частях. То есть всегда перед боссом у нас возникает диалог, причем бывает довольно длинный. И вообще, если кто не в курсе, в этой серии игр есть сюжет. На третью часть, когда прошел, я даже зачитывал сюжет, ну потому что по ходу игры его не понять с такими иероглифами. А потом зачитывал. Здесь я также, наверное, поступлю. Он, конечно, такой сюжет, конечно, такой японский, но... Но все равно интересно. Да, вот оружие уже нормальное, кстати. О, ну это ладно. Так, причем я так понял, если нажимать на кнопку, которую я назначил вместо шифта, то оно медленнее двигается и можно микрить. Да, это полезная вещь. Да? Ну да, нет, ну просто, знаешь, диалоги тоже могут быть такие практически бессюжетные. А тут такой сюжет прям, который сразу и не скажешь. Да, и даже не сразу не скажешь. Если не по безвике, никогда не догадаешься, что за сюжет. Особенно в первой части. Да, знаешь, диалогов было... Наверное, штуки три, а сюжет там на целую страницу Википедии. Так, ну вот и второй босс. Так. Ну, пока терпимый. Ай-яй-яй. Так, нормально. Под конец обычно боль начинается. Нереальная. Оу. А, да ладно. Мне, по-моему, повезло прямо сейчас, я бы это... Ну, короче, ладно. Прошел и прошел. Так, что нажимать-то можно? А, старт. Старт и потом какую-то кнопку. Так, третий уровень. Darkness. Темнота. Ух ты, у меня самоотводящееся оружие. Опять эти чайнички. Full power up, ну отлично. То есть у меня максимальное оружие сейчас, насколько я понял. Красный фон, видишь, какая-то темнота, ну... Ты просто не понимаешь логики японцев. О, жизнь. Не дано понять. А, вот и темнота. Ну, вот она, темнота. Ну, пока что я не вижу града пуль. Хотя вот чуть-чуть увеличивается. Так, не могу сейчас прочитать, что написано в чате.
Если я не могу читать чат, это означает то, что игра начинает набирать обороты. Не дай... Опа, вот и первая потеря. Расслабился. А вот, опять full power up, отлично. Надо боебомбы, наверное, использовать, если что. Не, ну я тогда не думал, что я потеряю жизнь, потому что вроде бы там не было чего-то такого критичного. Стекло из Майнкрафта. Нет, не начинает просто кто-то краб. Ну, не такое тоже есть. Допустимо. И вот сейчас тоже. Надо было бомбу использовать. Итак, мы кого-то еще встретили. Привет, стратеги. Вот ты и дождался. Видишь, специально попозже начал стримить. Так, какие-то кубики в нас летят. А, вот и кубики меня достали. Может, бомбу использовать, хоть посмотреть, что это? Ну, нормально, как обычно. А, что-то меня зажали. Оу, прикольно. Не, вот, что не отнять, это то, что вот эти все атаки, они красивые очень. Как на салют смотришь. Так, я смотрю, там здоровья-то у нее еще много довольно. Опа, бомба. Чего, у меня нет бомб? А почему я вообще не умер тогда? У меня бомбы закончились. Да, тут на экране, я представляю, на лунатике тут, не хочу представлять. Так, 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 прячемся между пульками. Ну что, все? Нет, вряд ли это Мариса, мы можем играть за Марису, как вариант. Я так понимаю, они уже подружились. Так, Star 4, Dream of Frail Girl. А Frail, я не помню, как переводится. То есть мечта какой-то там девушки. А что за Frail, я не помню, как это. Сказочный, что ли, да? По-моему, сказочный. Ого, норм. Уничтожим. Да, много тут уже начинает всего лететь. Кстати, вот Гринти, ты пишешь там, типа, что кто-то краб. А ты, типа, в эту игру вообще офигенно играешь? Не, мне просто интересно. Опа. Не вовремя чат решил почитать. Так, у меня ноль жизни. Значит, кто-то сейчас будет использовать бомбы. На. Я понял, что надо было делать, можно даже не писать. Поздно понял, правда. Рэму, ой, Марису мы встречали во второй части, она боссом была, вообще-то. Так что, ну не знаю.
Вот и континуум я взял. Да что, что же я делаю-то? Ну, прекрати. Вроде же несложно, лол. Вот. Просто сидишь, микришь и все. Вот и жизнь. Экстенд, что экстенд? Куча бонусов. А, моё. Дай бонусы. Надо оружие собрать максимально желательно. Во, кстати, уже вроде бы почти макс. Так, что, босс очередной? Не. О, нормально. Да, вот эта кнопка очень помогает микрить, замедляющая. Спасибо Тору, который мне подсказал ее и который сейчас нас не смотрит, потому что он где-то там занят. Он мне сказал, что типа на поздних частях там на Shift можно замедляться. Я попробовал назначить эту кнопку, вот вместо Shift, ну я на геймпаде играю, тут вместо Shift'а попробовал назначить эту кнопку на геймпад, и действительно она микрить позволяет, помогает очень. Но вот пока самый такой не очень момент был, это вот летящие снизу эти штуки. Он, да, не сложный, но просто он для меня был как бы врасплох застал. Куча пулек просто появившихся из ниоткуда. Так, я так понимаю, босс. Ой, да как же от этого уйти-то было? Ой, да это же вот это не Мариса? Погоди. Не, погоди, зачем ты меня убиваешь? Лол. Как от этого уйти было вообще? Так, здоровья у нее что-то еще многовато. Не, ну это же босс был в какой, в третьей части. Это в третьей части был такой же босс. Предпоследний или последний даже. Ух ты ж. Вот это прикол, наверное, делает. Нормально. Так, один шарик потратился, два шарика потратились. Оу. Так, жизни нет, надо бомбу хоть использовать. Да у нее здоровье еще вагон. Просто вагон. Понятно. ГГ. Все-таки кавайны. Ну да, это... Зан рисует хорошо. Да что ты будешь делать-то, ну? Ну, это вроде несложная была атака. Так, ну у нее здоровье уже, в принципе, заканчивается. Так, от этой атаки я понял теперь, как уходить звездочками. А вот это вот уже было внезапно. Так, ну-ка на тебе, взорвись. И на тебе еще взорвись. И давай уже все. Давай все. Ну все же. В
чате нужен специалист по тоху, ну да, но таких нету. Да, вот с горем пополам прошел. Чуть непонятно, как переключать эти уровни, как-то на рандоме получается. Итак, стаж 5. Фантасмагория. Фантасмагория — это название третьей, по-моему, части Тоху. Так, у меня ни одной жизни нету. Так что непонятно, до куда я дойду. Так, пульки. Но пока они медленно летят, это норм. Вот на боссе там они, конечно, доставляют. Да что я делаю? Это... Ну ладно, Гринти, хорошая игра, добрая. Последний кредит. Континуум. Ну короче, прям... Печально. Не, ну вот последняя потеря была фейл просто. Фейл еще. Тоже добрая. А что, у нас на СК2 ТВ уже разрешено, что ли? Ну, вот этих вроде несложно выращиваться. В целом. Как обычно, если несложно ворачиваться, это абсолютно не означает, что я вернусь. Тогда поздравляю, СК2 ТВ на дне. Ну вряд ли я это пройду, наверное. Это жесть там такая. Много. А, зря бомбу использовал. Ну ладно. Оно уже и так исчезло все. Ах ты ж. Последняя жизнь. Full power up. Так, пока держусь. Если что, у меня две бомбы, надо не упустить шанс их использовать. Да думаю, сейчас используем, если это случай, это там как-то слишком заморочено было. На, еще что-то немного это. Не, ну не хватит мне. Вряд ли. Все. Попытка номер один не увенчалась успехом. Какие-то результаты мы никогда не узнаем, что они означают. Так, ничего. Продолжаем. Точнее, начинаем заново. Может попробовать тогда Марисы? Ну, попробуем. У нее оружие должно быть другое, по идее. За Марису сложно? Ну, печалька.
А чем сложно-то? Уровни же такие же. О, какие-то лазеры появились. Ну, в принципе, лазеры хорошо, конечно, но они не постоянно светят. А, нет халявы самонаведения, ну, печаль-то. Ну, лазеры зато, может быть, сильные. Да, видишь, что-то вроде лазеры сильные достаточно. К тому же они пробивают до конца всегда. Не, ну не знаю, посмотрим. Может получится. Уже две звездочки стреляют. Так, что, босс? На привидениях из Марио лазер хуже? На каких привидениях из Марио? Не понял, что-то о чем-то. Так, ну чё, вроде бы, насколько я понял, первый босс вообще не сложный мне показался тогда. Больше всего, конечно, мне доставляли боссы из первой части Тоху. Вот это была боль. Вот, там была боль просто нескрываемая. Особенно последний. А здесь такие, в принципе, терпимые. К тому же здесь берешь континиум и продолжаешь с того же момента. А там берешь континиум и по-любому начинаешь босса варить заново. И в итоге жесть полная. Ты про эти чайнички, что ли? Я не знаю. Lake of Blood, озеро крови. Не, ну вроде все с первого раза умирают, так что чё. Да не, ну нормальное оружие, блин, в принципе, пойдет, я думаю. Вы что-то меня чуть не заомнили только что. Им можно как бы вот решать по всему экрану, оно сразу все пробивает, как стеной сбивает. И мне кажется, я босса намного быстрее прошел, чем в первый раз, потому что лазера. Но зато оно не самонаводящееся, да. Ух! Чуть не попался. Так, ну, тут вроде бы пока ничего сложного нет. Но вот этот босс вроде бы мне уже так немножко доставил, да, второй-то? Но у меня бомбы есть, надо не забывать про них. Так, что-то взял, кучу очков, по-моему. Так, ну зелененькие эти шарики легко обходить. А вот эти вот иногда немножко раздражают, ладно.
Бомбанем. На всякий случай. Так, ну давай. Кстати, лазером прям вообще так отъедается здоровье, не слабо. Да. Так, F-ку лови. Не, мне кажется, это даже круче Мариса. На. Все. Опять темнота. Ох, что это было сейчас только что? О, печалька. Это вот эти, ты говоришь, привидения из Марио? Почему из Марио? По каналу. Ой, я случайно не ту кнопку нажал. Ну ладно, в принципе, хуже не будет. Так, это на этом же уровне вроде бы снизу там полетят. Я уже не помню. Или это то был четвертый уровень? Вообще, до какого уровня ты дошел? До четвертого, да? И опять же, сколько тут все уровней, непонятно. Но много уровней было только в первой части, там их было 20, а дальше было там во второй, кажется, 5. Да, и то пятый такой никчемный. Ну, то есть там только босс практически и все. А в третий что-то уже не понял. В третий вроде побольше, там где-то 8, что ли. Так, взорву-ка я их. О, S-ку ловим. Так, опять эти не очень. А у меня бомб нету, кстати, если что. И босс. Ну давай. А, это который квадратиками своими этими стреляется. Так, у меня бомб нет, значит, надо на них не надеяться. Просто микрит. Не размикрил, да что ты делаешь-то, ну? Печалька. Ух ты ж, повезло. Давай, я же лазером в тебя стреляю. Так. Взорвём-ка, но мне не хватит, конечно. Вряд ли я без смертей пройду. Может быть... Не, а, да, может и да. Не знаю. Сейчас зажмёт где-нибудь, чем-нибудь. Не, прошел, надо же. Фу.
Так-то да. Так, я еще ни одного континиума не взял, да, сейчас? Так, четвертый уровень. А, и тут здесь как раз я босса не прошел. Да, значит, четвертого дошел только. А вот эти-то штуки, они уже посильнее стали. Не такие прикольные, которые с одного удара умирают. О, на тебя. Бомбанем все. Если понадобится. Не, вот я чувствую, вот в этой игре уже на лунатике будет ого-го. Потому что здесь даже на нормале ого-го. Ну, относительно, конечно. Ну, как бы уже напрягает. То, что именно много на экране всего. А, не взял бомбу, ну и ладно. Да, вот это началось. Денджер, денджер. А, что я сделал? Блин, я не это хотел сказать. Неважно. Я имел в виду, что в этой части даже на нормале просто град пуль. А, ничего себе, как я там должен был вернуться. Получает, зараза. А, жизнь упустил. Кстати, я в первой части на лунатике доходил пол игры, короче, проходил. Ну как бы учитывая, что там бесконечные континиумы, то возможно я бы и прошел до последнего босса. Но последнего босса, конечно, не прошел. Вряд ли. Там я на нормале его проходил 2,5 часа. Так, ну это вроде бы нормально. Просто лазером их всех подавляем. Да, их убивать довольно тяжело. Крепкие такие ребята. Придется бомбу сейчас, наверное, выюзывать. А может, не придется. Или придется. Или не придется. Нет, придется, да ну. Да, какой-то иммунитет к лазерам, действительно. Ну а дошел до босса. Рейму? Да ладно, босс Рейму? Прикол. А почему, когда я за Рейму играю, она так не может делать? За прикол. Да, это печалька.
А ведь эти шарики я помню по первой части, она их кидает очень круто. И не я. Ой, да тут, наверное, лунатики вообще легкотня, по-любому, на этом боссе. Что я там у тебя должен был делать? А как от этого уйти? А что происходит на экране? Жесть, это на нормале? Да это вообще норм. Последний континиум. Не, ну это просто бред. Ну блин, это печаль, тоска. Рэм, иди отдыхать, ты упорота. Ой, жесть, я с двух континиумов. А, вот фантасмагория. Тащил пончик. Так, я что-то не помню, на пятом уровне я же вроде уже играл, да? Потому что название знакомого уровня. А чего я тут не прошел? Но у меня по-прежнему нет континиумов, так что, как бы, по сути, я прошел на 3 жизни лучше, чем в первый раз. А, на меня тут вроде просто рядовые враги, да, убили и все. И на этом все закончилось. Вот это микро, ну лол. Жесть. Прикол вообще. Не думал, что я докачусь такое играть. А, так, все. Так, что дальше? Ну, это вроде норм. Или нет. Или нет. Да что ты делаешь, ну? Пять хп зачем? Босс? А, я подожди, я доходил до нее, да? Я понял, с часами. Да как, ну? Да это печаль. Не, зачем 5 хп? Ну, не. Ну вообще, да, если я не смогу пройти долго на этом, я буду ставить 5 хп. Если я не смогу пройти долго на 5 хп, я буду ставить изи, но как бы у меня цель не хардкорно пройти игру, а просто пройти, в принципе. Вот. То есть как бы... Ну чисто просто хочу ознакомиться как бы с этой вселенной. Тоху. Так что как бы так или иначе я игру пройду. Но конечно хочется на нормале пройти. Кстати, я больше очков, чем в тот раз набрал. Походу... Походу больше. От чего это зависит, интересно? Ну, боже, вроде намного больше получилось. 5 миллионов. А там было вроде 2 с чем-то миллиона.
Так, вот я и не знаю, кого все-таки выбрать тогда. Выберу все-таки Рейму, и вот здесь я выберу второй пункт, я не знаю, что это. Посмотрим. Давай, Phantom Land. Возможно, у нее другое оружие тут будет сейчас опять. Оп. Надо же, чуть не напоролся. Так, шарики летающие пошли. О, а ты кто? А, ну да. Я и забыл про тебя. Ну, вроде, кстати, по силе так же самое, как и лазеры. Может, вообще нет принципиальной разницы, просто по-разному выглядит. Потому что вроде не вижу, что какие-то были трудности по сравнению с лазером, так особо. Так, вот эти. Погнали. Не, ну первый уровень надо просто без потерь проходить. Второй там с минимальными потерями. Например, на боссе там можно, но... Короче, надо улучшать, а то на пятом уровне у меня даже континуумов нету. А должно быть, потому что я уверен, что последний босс будет больный. А значит, надо на последнем боссе, чтобы был континуум хотя бы один. И вообще, еще не факт, что даже пятый уровень последний, а у меня уже на нем ничего не остается. Не, ну скорее всего на последний, тут примерно так всегда рассчитывается, что вот на нормале новичок примерно там с трудом доходит до последнего уровня. Я уже так понял. Ну вот, без потерь прошел первый уровень. Второй. На чем я тут в основном теряю жизни? Я уже не помню. Так. Главное не попадаться на какие-то внезапно вылетающие там по бокам штуки, как вот было недавно. Да, их тут довольно много. Всех. Так, ты кто? У меня самонаводящихся нету. О! Прикол! Взрывайся.
пока держусь. Вполне. Если что, надо бомбу вязать. А, сейчас зеленые вот эти все полетят, целая куча. Да, тут можно же целиться при желании. Музыка вроде тоже тут такая, ничего. Конечно, первую часть пока ничто не переплюнуло, но тоже вроде нормально. И вот босс. До босса пока, до второго без потерь. На самого босса, насколько я помню, тут без потерь, это вряд ли. Только если было бы бомб много, а так... Ух ты ж. Не, ну вот такое микро еще можно. Без потерь. Но когда начнут всякие внезапные штуки лететь, это будет уже печалька. Хотя у нее осталось не так много, еще бомбы можно выюзать. А вот сейчас выюзаю, пожалуй, на всякий случай. Для профилактики. Давай, у нее осталось там немного, это в принципе, но... А, все-таки... Да ладно! Там... В общем... Ну, короче, блин, все и так видно. Говорить еще. Ну почти, почти. Так, третий уровень. На третьем уровне у нас промежуточные мини-боссы, вроде бы такие доставляющие, да? Насколько я помню. Вот типа таких. Да. Ну ладно, жизнь я вернул хотя бы. Печалька, печалька, да что такое, управление меня не слушается, точнее руки меня не слушаются. Ну норм. Еще бы знать, что все иероглифы означают, там справа какие-то есть. И где мы, если мы наводящиеся вообще эти? Надо было первый пункт точно убирать. Хотя, в принципе, и без них все убивается. Тут так широко летит выстрелы, что в принципе не особо оно нужно. Я и так особо не задумываюсь почти куда стрелять. В основном только уворачиваюсь от всего. Так, ну что, где босс там? Не обманули меня. А, это ж... Это кубическая, понятно. Кубическая самая не очень.
А, вот просто я не в том месте, не в то время оказался. Это норм. Ну, от таких-то легко уходить, от таких тоже. А, что же я делаю-то? Вот и первый континиум на третьем уровне. Печалька, печалька. Что ж поделать-то? А тем не менее у нее еще здоровья куча. Надо стараться без потерь уже добить ее. Ну что-то мне кажется, это будет сложновато. Да что же я делаю-то, ну... Печалька... Давай уже, там осталось-то, в принципе, вообще ни о чем. Ой, ты что с ним делать-то? Ладно, придется взрывать. Ну-ну-ну-ну-ну, есть, все. Recrawl me, привет. Да, я его юзаю. Я об этом говорил на начале стрима. Да, я его юзаю местами. Ну я потому что взял там в начале, когда выбираешь персонажа, есть два пункта меню. Я выбрал второй. Попробовать, что это такое. Попробуем. Так, один континью я уже взял. Мы на четвертом уровне. На нем надо желательно без континьюмов, но я так понимаю, это нереально для меня. Сейчас, по крайней мере. Просто с этим шифтом, как бы, дело не в том, что его юзать или не юзать, просто иногда я не успеваю сообразить, вот и все. Оно слишком быстро на меня начинает лететь все. Что с этим надо было делать? А, эти летающие. Не, ну это не сложно. Чего я на это, до этого на них жизнь терял? Так, а на вот этой штуке уже могу потерять запросто. Ну, у меня бомбы просто не было, что я должен был сделать? Там тупо не, нельзя было уйти никак. И что, что теперь? И да, там выпала жизнь, я ее не взял. Да, вот full power up, а этого нету, самонаводящийся. Значит, оно только в том варианте. Но еще интересно у Марисы посмотреть второй вариант. А, мне же на этом уровне с Марисой сражаться. О-о-о.
Хотя, по-моему, с Марисой легче, чем с Рейму. Рейму вообще какая-то жесткая. Взял. Ну давайте уже боссы. А ой, это что? А, помню. Да, и после этого как раз босс будет, но мне еще надо вот это пройти. Походу без бомбы никак. Ну ладно, вроде прорвался. Или еще нет. Придется еще одну бомбу. Жалко, конечно. Я четвертый уровень сейчас прохожу. И да, я кроме Марисы и Рэма никого не знаю. Что-то я немножко это отстанул, включил бомбу. А надо было сейчас включать. Почему-то, когда я играю за Марису, я не могу вот эти включать кругляшки цветные. Фух, так. Да что ты, ну... Да... Такой не очень вообще. Так, норм, норм. Ты давай должен идти. На. Опять эти шарики. Обо что я там умер-то? Я чуть не заметил даже. Ну, с горем пополам, но пройдено. Вроде бы еще даже континуум есть один, так что можно сказать, что это прогресс. Это, если что, Тоху 3. Ой, Тоху 4. Ну, то есть, может быть, ты путаешь часть, я к этому клоню. Вот этого босса я не могу пройти на этом уровне. Вот уже третий раз пробую. Ну, правда, я еще не дошел до босса, но я думаю, дойду. Как бы вот этого пулька-генератора бы убить бы. Но он сам слился. Так, не очень. Да что же оно? Жесть.
для кого-то это может нормальная ситуация в такой играть, но для меня это... Все, ладно, взрывайтесь, достали. И еще взрывайтесь. Ну все, у меня нет ни жизни, ни бомб. Надежда на самого себя. А, и босс уже? А, и уже босс. Ну... Без жизни и без бомб я, конечно же, пройду этого босса. Кто ж сомневается-то? Да что ж ты сделал, а? Да ладно, ну... Печалька, ну печалька. Так. Клонясь от этого всего не очень. Если что, две бомбы. Так, уклоняйся, уклоняйся. Есть. Фу, так, это что? Лучше бомбу использовать. Вот это было неожиданно для меня. На, бомбу теперь еще одну. Неужели не пройду? Да ладно. Это что? Это что такое было? Как это называется? А как от этого уклониться вообще? Только бомбой? Да, вот уже начинает у меня доставлять. Сейчас, рука устала. Пять хп плюс изи, но это тогда будет, ну... Я могу 6 плеер поставить просто, вот. На нормале. И выберу с автонаводящимися ракетами, этим, ну не ракетами, но короче, вы поняли. На изи мне почему-то кажется, там будет слишком изи. Вообще там будет одна пулька на экране, да, что-нибудь такое. Типа как на телефонах есть такие игры. Ну там тоже летаешь, что-то стреляешь, но там какое-то, ну вообще несравнимо. Несравнимо легче. Это как в Боше. В Боше там на изи, да, там в принципе вообще игра не представляет прям такой какой-то сложности. А на нормале уже в принципе нормально.
Ну вот эти самонаводящиеся, да, я так понял, синенькие, ну да. Так, ну в тот раз я первый уровень вообще без потерь прошел. Надо повторить. Вторую тоху я прошел тоже с этим, с увеличенным количеством жизни. Лол. На тоже на нормале. А первую и третью я прошел просто на нормале, на обычном. Так, ну от твоих-то атак я вроде научился уворачиваться в целом. Хорошо, что у боссов нету самонаводящегося оружия. Потому что вот я для нее вообще такой босс-то не очень. Тупо всегда в нее попадает. Хорошо, что у меня нет таких боссов, которых самонаводится все в меня. Но правда у нее и здоровье больше, чем у меня в 100-500 раз. Все. Это вот ее Оранж зовут? Так, насколько я помню, на втором уровне я до босса без потерь дошел в тот раз. А на боссе протерял жизнь. Одну, кажется, или не одну, не помню что-то. Вроде одну. Так, ну чем дальше стоишь от босса, конечно, тем проще уворачиваться. Так, бомбу-то возьмем. Не, кстати, самонаводящийся, как ни крути, имба. Странно, что так сделали. Реально, это дисбаланс. Но, однако, даже с ними все равно тяжело. Ну просто по сравнению с другими, то как бы разница заметна. Вот здесь бы на Лунатике, наверное, они выпускали бы раза в три, да, больше этих зеленых шаров. Ой, вот это бы, я чувствую, было бы вообще больно. А, зачем я бомбу использовал? Ну, можно было и без этого обойтись. Во всех частях, кроме нескольких? Прикол. Такую музыку можно и помиклить. Так.
Главное не заслушиваться. О, лови. Так, 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 что-то не очень. Оу, вот и первая потеря, Да что ты делаешь-то, ха-ха. Прекрати. Две потери. Так глупо, особенно вторая. Ну а на третьем уровне я тогда вообще континиум взял. Надо постараться без этого. Ну, учитывая, что я себе больше жизни поставил, то, наверное, можно и обойтись. Надо пешки собирать. А, ты? Вот и жизнь. И, кстати, если бы у меня было бы 5 жизней, то, я так понимаю, брать еще одну бесполезно, да? Она бы просто в никуда ушла бы. То есть у меня сейчас, по сути, максимальное количество жизней. И как бы ни одного континиума я не брал, так что то, что я там терял жизни, оно сейчас в данном случае все равно. Я все равно все восполнил. Не, ну что-то тут, мне кажется, даже проще играть с этим оружием, прям. Как-то оно само там все взрывается, я так ворачиваюсь от рандомных пулек каких-то и все. Собираю там всякие пешки. Тут вот немножко замесили, да. Ну ладно. Оно сразу, вот тут я не мог уничтожить сразу всех, а сейчас, в принципе, норм. Вон я там S не собрал. Взрываем. Там они не очень сгруппировались. А что это БД полумелодия? Какая-то особенная? Ну, вроде неплохая. Да тут плохих практически нету. Просто есть запоминающиеся, есть не очень запоминающиеся. А, вот эти кубики меня достают. Куб-Армагеддон какой-то. На. Стоп, обо что я там умер? Лол, обо что? Я не понял. А, вот это ее шар, что ли, или чего? Случайно. Хорошо пендривец, иди отдыхай. А, да-да-да, я этот шар ее как-то принципиально не замечаю. Да что ты делаешь-то, ну? Лол. Если бы не шестижизневый режим, уже был бы континиум. Ну, я видео потом посмотрю.
Ну, я называю так, как вижу. Вращающаяся коса. Так, это у нас какой четвертый уровень? А, ну да, вот эти вот неубиваемые человечки. Меня зажимают слегка. А, здорово. Главное в противоположный край уходить. И норм. Много-много-много всего. А, и эти начались. Интересно, тут на лунатике их намного больше летит снизу. Там, наверное, только одна клеточка свободна, на которой они не летят. Оу! Все-таки достал. Ну да, я думаю, с этими жизнями я, скорее всего, пройду. Ну, потому что, если я еще ни одного континиума не взял. Ну, возможно, на этом боссе я возьму, да, но это только будет первый. Правда, я не знаю, сколько уровней. Но, по крайней мере, я имею в виду того босса пройду точно, скорее всего. Ну, босс, конечно... А, стоп, это же Мариса, да, сейчас? Или... Да, это сейчас Мариса будет. Я без жизни. Не стоит недооценивать юбку, ну... Так-то да, но просто если у меня там будет хотя бы один континиум, то, ну, не знаю, в принципе... Ну, учитывая, что после континиума я продолжаю добивать, то как бы, ну... Все-таки уже шансы повышаются сильно. Ну, Юку вроде бы была в третьей части одна из, но я не помню, кто именно. А, она. Ну вот, я без жизни с одной бомбой подошел к Марисе. Разве впервые точно? И в первой, и второй не было, и в третьей? А вроде имя знакомое. Странно. Уху-ху. Так, размитрил. Опять свой тут. Ну ладно, первый континуум берем. Так. Ну, у нее еще здоровье, в принципе, дофига вообще.
Ой-ой-ой-ой, чё ж так плотно-то было, ну нельзя ж так. Ой. Блин, да печалька. Нахуй, получи-то, а. На. Слишком много. Ну давай, добить-то уже надо, все. Добить, добить, добить. Все. Девятый. Ну я не играл, я только выиграл первую, вторую, третью и вот сейчас четвертую. Не, ну надо хотя бы этот уровень пройти и посмотреть. Стоп, раз ты говоришь, на этом уровне босс кто-то другой, а потом еще какая-то Юку, то выходит, что там еще целый уровень и еще целый босс? Да. Хотя, конечно, во второй части там последний уровень был вообще практически пустой. Там чисто как бы уровень босс. А, то есть это вот значит с часами, это она, да? Опять эти телепортирующиеся пульки. Ну это норм вообще. Все, у меня нету бомбы. А, только проснулся в ночнушке. А, так вот она почему показывает часы, типа, что-то приперлась так рано, да? А, ну то есть ты намекаешь, что она сейчас еще такая сонная и вообще не очень, да? Изич. А потом будет норм. Да! Но этого не должно было произойти. Склоняйся! Да что ж ты делаешь-то, ну... Не очень-то, не очень. То... Прикалываешься просто. Я до этого лучше проходил, я не тратил столько жизни прям сразу. Что это сейчас вообще было? Да. Да. Нормик чё? Понятно, просто в центре не надо стоять. То как я узнаю, что она это собирается сделать? Чё ж так быстро-то это все летит?
Ага. Ну ладно, хотя бы или бомбы надо успевать включать. Да, ну вот. Ну, видимо, она очень не любит, когда ее будет посреди ночи. Это точно был не последний босс? Так, ну если это концовка, я тогда сейчас... Ну да, что-то выглядит печально. Я тогда сейчас зачитаю сюжет этой части. Да, Bad End 1. Ну, я, в принципе, все части на Bad End прошел. Так, ну, видимо, все, да? Ну, однако, игру я прошел, так или иначе, да? Но сейчас посмотрим. Это, наверное, не все. Сейчас тогда попробую, возможно, на изи пройти еще раз на хорошую концовку. Я так понимаю, для хорошей концовки нужно не брать континиумы. Да, хитро. Итак, сюжет. Все хорошо в Генсокё. И только жрица Рейбу Хакурей заскучала, как вдруг масса юкаев появилась и начала опустошать Хакурейский храм. И хотя Рейму немедленно начала уничтожать захватчиков, но ей не победить огромное количество юкаев. Она определила, что существа выходят из подозрительного озера высоко в горах перед храмом, и предприняла попытку остановить поток и спасти храм от полного разрушения. В то же время Мариса Кирисамы, сильная волшебница, почувствовала огромную энергию, скрытую под горным озером, и поспешила к нему, полное намерение присвоить эту энергию. Сначала ни одна не знала о действиях другой. Оба персонажа легко прошли через Оранж, обычного юкая, кружившего над горами, перед приходом на озеро, которое оказалось наполненным кровью. Да, там Lake of Blood был уровень. Второй, кажется. Там они столкнулись с вампиром Куруми, заявившей, что она страж озера и сразившейся... ними дважды. Как-то кривовато тут написано. Ну, короче, с ними сразившийся. Это вот второй босс, я понял, с крыльями. После того, как она была побеждена, они исследовали глубокое ущелье на острове в центре острова, из которого исходила таинственная сила. В конце этого прохода стоял темный особняк. Снаружи они находят Элли, привратника с косой, которая объясняет им, что они в пространстве между реальным и воображаемыми мирами. Также она неохотно признает, что другой персонаж, Мариса, если вы играете за Рейму или наоборот, уже победила ее и вошла в особняк. А, то есть это была как бы иллюзия, что ли, получается? После геройского сражения с домработницами, очевидно, незаинтересованными в посетителях, Рейму и Мариса наконец встречаются в темной комнате где-то в центре здания. Рейму немедленно уличает Марису в коварных замыслах и приказывает ей остаться. На что Мариса обижается, и они начинают взрывную дуэль.
Победитель приказывает проигравшему остановить увлекательное путешествие в сердце особняка. Там оставшийся герой случайно пробуждает спящего Юкая по имени Юка, у которой, вопреки ее усталости, очень мощные атаки, не последний из которых и устрашающий Мастер Спарк. После ее поражения Юка паникует, убегает и заставляет героиню гнаться за ней. В полном звезд мире мечты начинается последняя битва. А, это, видимо, в этой хорошей концовке, да? Некоторое время спустя персонажи скучают и как-то задерживаются в другом странном мире, в котором они сталкиваются крайне свирепые враги, близняшки Мугетсу и Генгетсу. Они сражаются, хотя это абсолютно бесполезно. В общем, сюжет, как обычно, укуренный на всю голову, но... тем не менее. А, нормал без продолжений? Ну, нормал без продолжения, извините. То есть, на изи пройти не будет хорошей концовки, да? А то я прошел чисто, чтобы показать. Но на нормале я, ну, надо дольше тренироваться. Я-то на сколько пытаюсь пройти? Ну и прошел, в принципе. Правда, с 6 жизнями. Но вообще, я скажу, если это последний босс, то я практически его проходил там, да, ну, оставалось там. То есть, чуть-чуть лучше пройди, и я на нормале пройду. Но опять же, это только с континиумами. То есть, на последнем континиуме. Тут не написано об этом. Не написано. Кстати, игра вышла 14 августа 98 года. Ну не, ладно, тогда раз на изи не будет хорошей концовки, ну скорее всего, да? Ну я думаю, если так было потом, то, наверное, это так и сейчас. То тогда на этом стрим завершается. На этом стрим завершается. Если есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат, как обычно. Я пару минут там еще сижу. И... увидимся на следующем стриме. Тоху будет пятая часть когда-то там, не знаю когда точно, но скорее всего на следующей неделе. Надо отдохнуть. Вот. Ну, в общем, приходите, если понравилось, интересно и так далее.